Друзья, всем привет! Сегодня мы пошли в лес и нашли такие грибы, которые я назвала мутанты. Очень интересные. У них шляпка закручена кверху, как чашечка. Растут колониями. Вот такая вот чашечка. Похожа чем-то на иудово ухо, но я думаю, это не оно. Я назвала его гриб-мутант, потому что я не знаю, что это такое. Если кто-то встречал, напишите, пожалуйста. Либо это мутация, либо это действительно гриб. Сверху он гладкий, чашечка. И спокойно туда может набраться водичка, настоящая кружечка. Вот, растет от корня. Но сейчас я покажу, какой он идет снаружи. Он светло-коричневого цвета. Все-таки, говорю, чем-то похож на иудино ухо. Светло-коричневый. И снаружи, и внутри. Когда посмотреть поближе, ну, точно ухо. Но с другой стороны, как сухожилиями, он весь обвит. Такие идут точно как настоящие сухожилия. Вот такой интересный гриб мы нашли. Мы их нашли много. На ощупь он твердый, как хрящик. Ну вот как ухо на ощупь. Действительно он такой. Не знаем, что это. Подскажите, друзья, кто встречал мутанты или это грибы, которые растут уже давным-давно. Очень интересные. Мы их никогда раньше не встречали. И водичка внутри. Как кружечка. Вот такой интересный экземпляр мы нашли. Пишите, друзья. Ну и вместе с тем природа прекрасная. Мы нашли очень много ландышей, которым не сравнится с теми ландышами, которые живут у нас, растут у нас во дворе. Лес – это лес. Здесь такой запах. Ну, весна, одним словом.
No comments. Как бы не спугнуть. Он смотрит на меня. Я на него. Я его только фотографирую. Смотрит, изучает. А мы его изучаем. Главное, тихо. Сейчас убежит. Я подойду ближе к нему. И он пойдет гулять. Это аир. Корень аира от кашля. Очень хорошее средство. А это домашние шампиньоны мы нашли в клубнике. Самые вкусные, лучше, чем в магазине.